Всем привет! Сегодня я наконец-таки решила устроить конкурс. Он будет длиться одну неделю. Тему конкурса я сейчас объявлю и после покажу подарки. В общем, чтобы принять участие в конкурсе, вам надо будет написать свое имя и возраст и ответить на вопросы, на которые я тоже отвечу, а потом, судя по вашим ответам, сравню их со своими, у кого более с моими ответами сходятся, того я и выберу победителя. Также эти вопросы будут написаны внизу в комментариях. Вопросы такие. Чай или кофе? Зима или лето? Любимая еда? Страна, в которую мечтаете съездить? Любимый спорт? Любимый магазин, где вы одежду чаще всего покупаете? И любимая вещь в гардеробе, вот. И также потом укажите, какой подарок вы хотите, первый или второй, сейчас я вам покажу. В общем, первый подарок это для таких сладкоежек более. Вот такие вот наподобие M&M's, такие кругляшки шоколадные от фирмы Galaxy. Это в Англии одна из таких самых популярных фирм. Тут, ну это как бы праздничная такая упаковка. Тут 126 грамм, вот, они очень вкусные. Также вот такой вот олененок Maltesers, это он на вкус такой же, как и Maltesers, но просто он большой, и мне очень нравится. Он не такой сладкий, как Maltesers, я нахожу их немного сладкими, вот, а это вообще идеальный. И, ну, 29 грамм всего, то есть не так вредно. Потом вот такие вот, у нас в России тоже есть наподобие таких, это как бы шоколад в виде морских фигурок, тоже английская фирма, вот. Это такая новогодний выпуск, по-моему, вот, очень вкусные. И также вот такой вот дневник, это те дневники, которые мы используем в Англии. Мы просто когда раздавали, я увидела, что остается еще, и взяла два, чтобы вам отправить. В общем, тут обычный такой, как ежедневник, тут места для оценок даже нет, потому что тут оценки не выставляют, как бы, в дневнике. Вот, ну такой, как бы, обычный ежедневник, вот. Это первый подарок. Потом второй подарок это вот такой вот Maltesers, тот, что и в первом же подарке. Потом вот такой вот из арахиса с медом батончик. Вот. Он полезный, ну как бы потому что он сделан из орехов. То есть я такие очень люблю. И вообще у нас все, кто правильным питанием увлекаются, вот тоже постоянно такие покупают. И у нас есть в супермаркете отсек, где как все для правильного питания. И, может, потом я даже конкурс сделал вот именно вот такой еды полезной. Вот, в общем, да, очень вкусный, я иногда покупаю себе. Потом также вот такой вот флэпджак я купила. Это как бы, я не знаю, если у нас флэпджаки в России, по-моему, я никогда не видела. Это как бы из овсяных хлопьев и с медом там смешанный. И также тут пекан. Пекан это орех, но я вот прям вот из головы вылетело название этого ореха. Это не помню, короче. Ну, в общем, это с орехом и овсяными хлопьями. Очень вкусное тоже. Это более-менее считается тоже полезной альтернативой там всяким разным батончикам. Очень вкусная вещь. Также я купила вот такой вот, это как бы 100% dried fruits, то есть сушеные фрукты. Такая с яблоками и лесными ягодами. Она довольно-таки сладкая и очень полезная, потому что, ну, это сушеные фрукты. Вот, и такая тоненькая. Я такие всегда себе покупаю в школу брать. И последнее, что я купила, это вот такое вот... это для тех, кто любит арахисовое масло. Это как бы такие капс. Они такие кругляшки, вот так вот выглядят. И они шоколадные, а внутри с арахисовым маслом. Все, я не знаю, сама их не пробовала, я себе тоже один купила попробовать, но у нас в школе все безумные хвалят. Они в Англии появились совсем недавно, вот буквально этим летом. И у нас на каждой перемене постоянно у кого есть такая штука, опасайтесь, к вам придут много народу и будут просить. Вот, в общем, да, я пока тоже не пробовала, но думаю, что это вкусно. И такой же дневник тоже во второй подарок входит. Вот. В общем, да, отвечайте на вопросы, пишите, какой подарок вы хотите, и ровно через неделю, в следующий четверг, я объявлю победителя и напишу вам тогда в личные сообщения, чтобы вы мне прислали свой адрес точный, чтобы я вам смогла выслать эти подарки, вот.
Спасибо большое за просмотр и за участие. Надеюсь, желаю вам победить. И если вы не победите, не расстраивайтесь. Я буду устраивать еще такие конкурсы. Еще где-то в середине октября я, наверное, устрою конкурс на свою коробку Грейс. Я закажу специально со самыми любимыми моими там вкладышами, вот. И когда она мне придет, я тогда покажу ее и, опять же таки, устрою такой конкурс, задам пару вопросов, и, судя по вашим ответам, пришлю ее тоже. Вот. И к Новому году я тоже планирую сделать какой-нибудь конкурс прикольный, когда у нас всякие новогодние штучки здесь появятся. Вообще обожаю Christmas shopping. Это, наверное, самая прекрасная вещь на Земле. Я так люблю покупать всякие новогодние подарочки, такие, когда все, там, не знаю, с Дедом Морозом и все такое. Вот, в общем, да. Спасибо большое за просмотр. Желаю вам победить. Пока!